Здорово, щеглы! Сегодня я вам поною, потому что вы мне ноете, я вам буду ныть. Но и исходя из такого вопроса, которые очень часто встречаются под видео, ржавый ты раньше был лучше, ржавый было круче. Друзья, вот вам пример. Недавно я выпустил ролик своими руками Момо, и его очень странным образом заблокировали. Ну, точнее, его посмотреть можно, это даже не до блокировка. Там и нет и не 18+, не страйк, а просто неприемлемый контент. Ну, то бишь, ролик не будет развиваться, там никуда не попадет, и т.д. и т.п. Это все, можно это опустить. Фишка-то в том, что, чуваки, йоу, я, блядь, рад и матом поругаться, там, поблевать от души, там, еще какую-нибудь чертовщину поделать, но что я могу сделать? Допустим, разберем этот ролик. Там весь мат был запикан, ничего такого не было. И создается такое ощущение, что блочит из-за того, что были просто пики, якобы блокируются мата, и что я там укусил каравай в краске. И вы только вдумайтесь, блокируют из-за того, что я кусаю каравай в краске. Не знаю, сколько можно эту пластинку по несколько раз проигрывать, наверное, чтобы та аудитория услышала, которая кричат, раньше было лучше или юмор лучше был, если он вообще у меня на канале присутствует. Друзья, вот так вот. Я не знаю, вот кто-то из вас жалуется или робот, как там вообще все происходит, хрен его знает. Я только могу подстраиваться под происходящее и хочу вас попросить перейти в описание. Там будет ссылка на этот ролик, кто посмотрел, кто не посмотрел. Все равно, пожалуйста, перейдите и посмотрите хотя бы там сколько-то. И если не ставили, поставьте лайк. Также в описании будет второй канал, на котором нас еще не так сильно цензурируют. Там можно немножечко еще и матом поругаться. Бог его знает, что там будет выходить. Но там сейчас сомнительный контент. Но он веселый. Там ботаника много. Так что вот так. Вот так. Я думаю, что вы услышали крик моей плачущей души.